Здравствуйте, в эфире телеканала Абакан 24 с прогнозом погоды Константин Аникин. Суббота, 17 декабря. День образования Российской фельдъегерской службы. Основная задача службы – оперативная доставка и сохранность корреспонденций особой важности. В одном торговом центре для вашего удобства расположилось 10 магазинов. Лето уже радует жителей жилого района Южный своей доступностью, многофункциональностью и ассортиментом. Приходите и вы. Добро пожаловать в большой и яркий торговый центр с высокой многофункциональностью. Внутри вы найдете все самые нужные магазины. А по-настоящему летний дизайн подарит хорошее настроение даже в самый холодный зимний день. Косметика, хозтовары, предметы быта и продукты. Здесь вы найдете все и даже больше. Все для Нового года и любых других праздников, а также аудиотехника и смартфоны, вкусные сладости, мед и цветы ищите в лето. Лето, потому что Южный. Лето, потому что с теплом к покупателям. С наступающим Новым годом! Торговый центр расположился по адресу улица Аскисская, 151. Двойная выгода от специализированного застройщика «Муниципальный жилищный фонд». Приобретая квартиру в строящемся доме по улице Баграда 160 до конца этого года, вы получаете скидку от 300 тысяч до 500 000 рублей. Каждая квартира имеет эффектную архитектуру, современную и продуманную планировку. Действует ипотека со специальной субсидированной ставкой на срок строительства без увеличения стоимости. От 3,3% семейная ипотека и от 4,1% с государственной поддержкой. Ипотека предоставляется ПАО «ФК Открытие». Подробности в отделе продаж по телефонам 202-409 и 285-409. 17 декабря, суббота. В Черногорске ясно, минимальная температура днем минус 19, ночью минус 24 градуса. В Саяногорске тоже ясно, днем минус 13, ночью минус 19 градусов. В Сорске похожая метеокартина, днем столбики термометра опустятся до минус 11, ночью до минус 20 градусов. Абазу порадует безоблачное небо. Температура днем минус 7, ночью минус 19 градусов. И в Абакане ясная погода. Днем минус 18, ночью минус 24 градуса. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Водители, не совершайте резких маневров, при которых возникает опасность потери контроля над автомобилем. На мостах и эстакадах лед образуется намного раньше, чем на обычной дороге, поэтому важно не делать резких ускорений, которые могут привести к заносу автомобиля. Это был прогноз погоды на телеканале Абакан 24. Всем самого доброго, до свидания.